Сегодня мы говорим вам искренние слова благодарности за то, что вы откликаетесь, за то, что вы свое время, свои силы, свою энергию, свою душу направляете на то, чтобы помочь ближним. Это нужно. Русскому народу свойственно помогать всегда. Поэтому мы знаем это сами по себе все. И поэтому то, что было сделано этими людьми, в общем, достойно высокой оценки. Считаю долгом каждого гражданина помочь тем, кто нуждается в помощи. И я очень рада, что мне предоставилась такая возможность.